Так, угадайте, что у нас сегодня? Пижамная вечеринка? Вот именно! Мы должны сегодня ее праздновать. Потому что Феликс празднует пижамную вечеринку. Но детям пока нельзя праздновать пижамную вечеринку. Потому что они только родились вообще. Они даже очень-очень маленькие. Я знаю это, все знают. Да, ну чего ты сам хочешь сказать? Да и не знаю. Мне приснилось сегодня то, что у меня какой-то двойник появился, он меня зажарил в супе. Это же сон, обычный сон. Да. А мне снилось хороший сон, где мой папа у меня. Ау, а мне снилось, как у меня крыло вылетелось, я прилетел к Еве на восьмое марта. А мне снилось, как мы с Педро пошли на веселье американским горкам. Мне точно такое же снилось. Ну, каждому везет хороший сон, кроме голубчика. Ну ничего, это а же тебе было... что снилось? Я же говорил уже. А, да, точно, Ева. А знаете что? Мне кажется, это был не сон, это был сон. Ничего страшного, может быть, и приснится тебе хороший сон, но она села в плохой сон. Понятно? Хорошо, хорошо, я буду ждать этого. Хочу достать моих помощников. Мне они очень-очень нужны. Так, принц порошок с питанием. Итак, где этот порошок? Я даже не знаю, где этот порошок с питанием. Бумажка, где нарисована жемчужинка, вот такая. Ее нужно высыпать туда. На первого мы насыпем вот на это. Пару дней он оживет. И это тоже. Все. А это не оживятся. И я буду богатым, я буду помощником. И вообще, мы одолеем этого голубчика. И так... Кто хочет поиграть битва подушками? О, давайте битва подушками, я не против. Так, Педро, держи! Ах так, на тебе, Рафаэль, я не съел. Ой, ты попустил, значит, жемчужинка. Иди, вот, держи, попасть. Ой, я ничего не вижу. Куда же ты попала? Ой, чуть не забыл. У меня там в подвале есть еще один мяч. Только я не очень оживила. Я его тоже оживлю сегодня. Давайте его оживим. Кому надоела битва подушек? Нет. И мне тоже. Чем занялся теперь? Может быть... Деспасито, что ли? Нет, нет. Нет, нет. Это точно для голубчика, да. Точно вспомнил. Знаете что? Давайте просто представлять. Что, йога занимать? Нет, просто представлять. Подумать о чем-то хорошем. О, давайте! Давайте! Это будет очень прикольно. Так, все ложитесь. И представляем. Я с Педочкой. Я с Педочкой. Я с подушкой. Нет, ты с подушкой. Я хочу ты с подушкой. Птица. Ну и что? Я тут полежу в подушке. Ложись. Просто как птица. Я хочу так и ложусь. То есть, ладно. О, наверное, не скоро живет. Я отлюсь. А? Я вас покусаю всех, кого... О, здравствуйте, командир. Командир. Очень рад вас видеть. Я тоже вас очень рад видеть. Ура! У меня есть поклонники. У меня тоже, да, да. А можно вы мне дадите награды, чтобы меня... Да, мне тоже, мне ну, тоже. Давайте мне награды. Мне тоже. Дайте. Что происходит вот здесь? Ой, вы кто такой? А вы кто такой, мистер? Я вас первый раз вижу. Я тебя застал. Зачем? Чтобы ты был с нами в команде. Зачем? Ну, чтобы ты был со мной в команде, я буду боссом, а ты будешь... Он босс! Он босс! Да, он босс! Он босс! Да, вы босс, эх! Нет, идиот! А, это он босс, забыл. Вы меня
Страшный сэр! Больно! Ах, ты хочешь... А! Я тут главный. Ясно? Кажется, я заснула. Ребят, мальчишки. Что происходит? Я только что заснул. О, привет, жемчужинка. Что тебе на этот раз снилось? Да. Мне плохой сон снился. Какой? Как моя семья стала зомби. А мне снилось, как я хотел меня убить. Вы что тут раскричались? Нет, тоже, что вы раскричались? Мне снилось, как Нико меня не любил и не хотел со мной жить навеки. А мне снилось, как Педро умер. Я тебя люблю. И я тебя. Ребят, что происходит? Ты что снился? Хороший сон, че опять плохой? Линда умеет. Как такое может быть? Может быть, не везет, может быть, и везет. Но это же обычный сон. Да, я знаю. Каждому сон. Я понимаю все старания. Но когда представляешь, всегда засыпаешь. Да, смешная шутка. Да уж. Да, все смешное. Ты уверен? А, ну зачем меня толкать-то? Я не специально. Всё, давайте чем-нибудь еще займемся. Давайте побежим, поговорим о наших чувствах. Давайте, я все-таки согласен с вами. Голубчик, ложись со мной. Ну ладно. Педро, ложись со мной рядом. Чё, я с тобой рядом? Эй, мне то голубчик, я босс. Чего вам от меня как нужно? Как тебя зовут? Меня зовут Красноглаз. Меня зовут Зубр. А меня зовут Красонос. Тебя как зовут? Синяк. Как смешное имя. Я могу тебя убить. Немедленно прекрати. Ладно. Он меня боится, значит, я главный. Я не буду спать. Надоело мечтать. Давайте пойдем на улицу. Мы мечтали или лежали? Кажется, лежали. Лежали и разговаривали. Разговаривали мы. Мне снился страшный сон. Мне тоже. Ребят. Нехороший. Нико. Не снилось, как ты. Ты. Улетел, я не могу. Педро! О, господи, как это няшно. Ребят, пойдем на улицу. О, да, мы идем. Да, идем, пошлите. Ух ты, ешь. Господи. Я догоню. И я тоже пойду. Нагоняю нас поскорее. Хорошо, конечно. Я останусь дома, если что. Да-да-да-да, я лучше останусь дома. Дома с моей подушечкой. Да, подушка. Здравствуй. Это убийца, помогай. Это мне снился. Побойся. Я добрый. Добрый? Да, я добрый. Покажу. А, ты хочешь пойти ко мне домой? А, конечно, мистер. Я иду с вами. Мне скучно. Мне тоже. Хочу что-нибудь погрызть. Эй, зубы. Хватит. Я хотела кое-что погрызть. Мне голова болит, мама. Здравствуйте, это мой новый друг. Как тебя зовут? Голубчик. Да, его зовут Голубчик. Странное имя. Я хочу его покусать. Не надо. Он наш член, что ли? Да. Он наш член семьи. Босс, а вы уверены? Уверен. Я точно уверен.
Ура, у нас новый босс, ура! Не босс, а наш новый помощник, говорю. Новый помощник, а не босс. Ой, извините. Пожалуй. Так что все за работу. Ты, красноносый, немедленно мыть посуду. Ты как всегда говоришь, а помидоры поесть? Никаких помидоров, немедленно. А ты... Погрызи сорняки. Пожалуй, я люблю грызть. А ты, мистер... Что я? Оставайся дома. Ура, я остаюсь дома. Стоять. Ты остаешься дома только. Будешь... Что? Все делать. Иди сюда, красноносый. Иди сюда, иди сюда. На минутку. Что, он будет в нашем доме, да? Я вас... Можно я тебе кое-что скажу? Ну, я уже почти подал мыть посуду. Он будет мыть посуду. Ты идешь есть помидоры. Ура, я собираюсь помидоры, что ли? Ну, можно не собирать? Нет, я вижу, что зубы все уже сожрал. А он сорняки вообще-то. Зубы, иди сюда немедленно. Помидорчики. Что такое? Ты сожрал это помидоры, а не сорняки. Прости, я хотел съесть один помидор. О, господи, что вы за глупцы такие? Ага, а ты немедленно клетку. Все, он тебе наш. Да, деньги, мы богаты. Замолчите вы двое. Все, ну немедленно все спать. Ой, хорошо. А я его посторожу. Если его кто-то украдет, то я убью того, кто его спатит. Смотрите, смотрите, голубчика нет. Может быть, он пошел собирать ягоды? Не знаю. Но я не чувствую то, что он пошел собирать ягоды. А что ты чувствуешь? Стой. Голубчик в клетке. Какой клетке? Я не знаю. Может быть, Найджел его посадил? Поэтому, как ты думаешь? Я думаю, что Найджел. Так, успокойся. Ребятки, пусть... я дома. Да-да. Но почему-то голубчика нету дома. Где? Я посмотри во всех комнатах. Да-да-да, смотри. Я его не вижу. Голубчик, где ты можешь быть? Я не знаю, где он может быть. А ты обнюхался? Я обнюхался, его нету дома. И он не собирает ягоды, как говорил Нико. Он чуть-чуть ошибся. Ну, я же не думал. Я знаю, ты не знал, но это какая-то страшная... Все, пани, надоело. Я пойду лучше спать. И все, не будем праздновать больше пижамную эту вечеринку. Все, пани, останься. Нужно что-то делать. Я пошел спать. Господи, я думал, что это будет лучшая пижамная вечеринка, но я спать. Ах, не будем праздновать пижамную вечеринку. Извини, самая худшая пижамная вечеринка. Я все это исправлю. Я кое-что найду. Нужно прибраться. Так, прибраться. Что именно я принесла? Все ложись спать. Куда этот сундук? Давайте посмотрим. Так, сейчас открою. Фух, открыл, наконец-то. Интересно, что там? Опять? Да что это такое? Это было так сложно его открыть. Что происходит? Что это за сундук такой? Что ты? Что это за сундучок? Не знаю. Может, его только... Не знаю. Он открылся, не знаю зачем. Я его открыл, но потом снова закрылся, не знаю почему. Это значит главный сундук. Мне так говорила моя прабабушка. А мне кажется, то, что этот сундук специально для гиацинтовых Так. Что? Какой сундук? Ага. Ребята, а ну быстро все вставать, О, ну что же так рано? Да, мистер Синемал. Знаете что? Я нашел корону. Это не кольцо, а корона. Они говорят, что это кольцо. Я нечаянно показал, что это кольцо. Это корона. А если его одеть? Я не знаю. Но он говорит, что он волшебный. А если его одеть, и босс?
то я стану лучшим всех. И намного лучше этого кокоду, как там его найду. Я буду богатым. Так, а вы спали с жемчужкой? Нет. Нет, мы спали. Просто спали. Так, без жемчужины. Ну, вообще-то мы спали, но только когда мы поснули, жемчужины уже не было. А куда она подевалась? Не знаю. Не слышит. А ну не на этот стой, дамочка! Я? Да, да, ты, дамочка. Что тебе нужно? Дамочка. Вы ищете... Голубчика? Нет, что вы, я не ищу голубчика. Кажется, это я голубчик, как вы видите, я стал злым. Да, вы и есть голубчик, я иду к вам. Ой, пошлите. Я вам кое-что покажу. Смотрите, это мои друзья. Это странные друзья, это были друзья Нико, Педро и Рафаэль. А. Фу, гадость. А? Он тебя укусил, значит, будешь мудрой. Да, да, ты будешь мудрой. Нет, не будь мудрый. Ну, этот... Его зовут. Покажи то, что ты умеешь. Покажи, что ты умеешь. А, я умею. Ну, я, конечно, будет чуть-чуть больновато. Ничего, ничего. Давай. Кусай меня. Что? Ладно. А ты не будешь? Будешь. Ладно. Вот это суперсила. Новая суперсила. Классно. Клёво, клёво. Его зовут Красноносый. Привет, Красноносый. Тебя зовут Голубчик. А у тебя есть еще пару друзей? А, это только они. Только они? Да. Меня Найджел создал. Ты не шутишь, ты родился просто таким. Ну, наверное, ты, наверное, тебя Найджел против зло. Нет, меня Найджел создал. Как? Ты же голубчик. Я не голубчик, я синяк. Что за странное имя, голубчик? Я не голубчик, голубчик-то в клетке. Жемчужинка, жемчужинка, я в клетке. Зачем ты это сделал? Я это сделал? А зачем вы это сделали? Вы нашли одну корону. Я не нашла никакую корону. Вообще, какую корону? Я не имею в виду. Смотрите, вот ваши друзья. Нико, Педро, Рафаэль. И что? А? Какая красивая. Они нашли корону. Я должен ее одеть. Не дам! Ай, я пошел вкрадываться в дом. Все, я пошел отсюда. Только отпусти голубчика. По правилам этикета нужно его положить ей в клетку. Да. Ну, давай ему ей поможем. Что вы хотите от меня? Ты и так меня... Ты меня бил. А ты меня даже покусал. Спасибо вам, жемчужинка. Давай бежи, бежать. А то они хотят украсть одну корону. Бежи, быстрее, быстрее. А мы будем охранять, чтобы он ничего не сделал. Да, да, не будет он ничего делать плохо. Как его откроем, братья? Я не знаю, даже глюв не помогает. Я открою. Голубчик, привет. Привет, открой, привет. Хороший? Да, да, да. А то я слышу, что этот сундук могут открыть гиацинтовые алии. Голубчик, хорошо, открывай. Отодвиньте все. Я отодвигаю. Так, я его открою. Так, сейчас открою. Стоять! Немедленно! Зачем ты это сделал? Не бейте ему! О, господи. Мальчики! А ну, немедленно отойди отсюда, от моей жемчужинки! Где открывай тут сундук? Нет, я в этом не верю. Итак, я надеваю эту корону. Я не знаю, что она значит. А только она опасна. Нет, она опасна. Я в этом не верю, говорю вам второй раз. Одеваю. Зачем ты это сделал? Не надевай эту корону, немедленно! Что? Она не действует. Вот это да!
попугай, который не умеет соображать. А дух подействует? Нет, не подействует, девчонка! Тебе жемчужинку! Ой-ой, девочка! Я так сбегу тебя от крылону. Нет, нет, я не исчезну! Нет! Все, он сдал. Он, наверное, превратился в того, как он был. Да-да, Ника. И, кстати, у меня что-то случилось тоже. Я поумнел и стал добрей. Ого, вот это да! Надевай его почаще. Он стал роботом, наверное. Может быть, он уже... Голубчик, может, уже минуте. Это мне не очень так нравится. Минуте. Все будет прекрасно. Он в следующий раз не появится. Жемчужинка. Ай, ничего. Ай, ничего. Все в порядке. Жемчужинка, я тебя люблю. И я тебя.